Почему весна приходит в марте? Тает снег, сильнее стучат сердца. Почему в одежде зимней жарко? И сосульки плачут у крыльца. Да очень просто. Женские улыбки согревают все своим теплом. А 8 марта без ошибки стал международным женским днем. Так пусть этот день будет наполнен светом и ароматом алых роз, и весенним теплым ветром, снежным запахом берез. Да, мы, мужчины, своих чувств не скрываем. Вы прекрасны, как всегда. Мы с праздником вас поздравляем. Желаем счастья вам, любви, добра. Поздравляя с 8 марта, ярким праздником весны, он зовется не напрасно днем любви и красоты. С праздником вас, любимые!